Всем физкульт привет! Совсем разленились, смотрю. Встаем, собираем себя в кучу и посвятим себе всего лишь 10 минут. Сделаем подарочек. Начинаем разогрев. Шаг на месте. Колени поднимаем довольно высоко. Носочки тянем вниз. Спина прямая. Смотрим прямо и улыбаемся. Помогаем себе руками. Одну минуту. Замедляем шаг, восстанавливаем дыхание, ноги шире плеч, разминаем плечевой пояс, поднимаем плечи к ушам, сводим лопатки вместе. Теперь вперед, сводим плечики. Колени разводим. Рисуем широкие круги. И к себе рисуем круги. Разводим ноги широко. Садимся на правое колено, не полностью. Перекатываемся на левое колено. Очень плавно. Хорошо растягиваем ноги. Еще немного. Прекрасно. Активные прыжки, разведение ног в стороны, руки кверху. Разогреваемся на одну минуту. Вдох носом, выдох ртом. Вдох носом, выдох ртом. Дышим ровно. Восстановили дыхание? Погнали дальше. Широкий выпад. Колено правой ноги согнуто. Подтягиваем колено левой ноги к руке. Возвращаем обратно. Поехали. Еще немного. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поменяли ногу.
И еще 10. Вдох, выдох. Ложимся на пол. Упор в ладони, в колени. Правая нога отведена назад. Пятка сокращена на себя. Держим ногу над полом при помощи ягодичной мышцы. Отжимания. Еще столько же. Отлично, меняем ногу. Отдыхаем, садимся на пятки, колени разведены, тянемся руками перед собой, грудь тянется к полу. Положение лежа на животе, убираем жировые складки под лопатками, те самые ненавистные, некрасивые, которые портят весь вид нашего внешнего белья, когда мы надеваем его на себя. Складки, выползающие из-под лопаток, это как бы не очень. Займемся ими. Лежим на животе, отрываем голову, плечи от пола. Вместе с руками сводим лопатки. Руки полусогнуты. Разводим, возвращаемся обратно. И еще столько же. Ложимся на один бок, упор в локоть. Локоть параллельно плечевому суставу. Упор в стопы. Проваливаемся бедром вниз и поднимаем себя вверх. Выталкиваем. Прекрасно, меняем бок.
Отдыхаем. Следующее упражнение для бедра спереди. Для красивого объемного рельефа. Становимся на колени. Колени на ширине плеч. Поджимаем ягодицы очень хорошо, очень плотно. Спина прямая, напряженная. Руки перед собой в замке. Откачка назад. Задерживаемся при помощи мышц бедра спереди. И возвращаемся вперед. Положение прямо. И еще столько же. Упражнение для ягодичных мышц. Ноги ставим чуть шире плеч, руки перед собой. Приседания назад. Стараемся соблюдать угол под коленом 90 градусов. Не заваливайтесь вперед и не делайте вот такие полуразогнутые колени. Соответственно, колено напротив носочка. Руки вверх. Отдыхаем. И, друзья, как мы с вами и планировали, каждую тренировочку мы теперь заканчиваем прокачкой пресса. Но чтобы мы с вами сегодня не поработали. Начинаем качать пресс, ложимся на спину, прижимаем поясницу плотно к полу. Вот так вот, не должно быть вот такой арки. Животиком давим на позвоночник. Несмотря на то, что у меня есть после родов домик, я все равно изо всех усилий стараюсь давить мышцами на позвоночник, втягивая живот. Ноги подтянуты к себе, к ягодицам. Ручки за головой мнительно, то есть не цепляемся за замок, а слегка придерживаем вот здесь вот сбоку. Не давим на голову. Подбородок смотрит вверх, и мы сокращаем мышцы пресса. Подбородок не подтягивая ни в коем случае к груди, просто прямо. Расслабляемся, возвращаемся обратно. Сокращаем мышцы выдох. Расслабляемся, вдох. Остались наверху, руки в замок между ног, сокращаем себя мышцами пресса и короткие покачивания. Выдох, выдох, выдох. Лопатки оторваны. Чудесно позанимались, растягиваем мышцы пресса, тянемся правой пяткой вниз, правой рукой вверх, меняем сторону, тянемся левой пяткой вниз и левой рукой вверх. Растягиваем боковые мышцы пресса. Продольные мышцы пресса растягиваем. И боковые мышцы пресса растягиваем. Чудесно!
Ну вот и все, друзья. Спасибо, что сегодня провели эту прекрасную горячую тренировку со мной. Пишите внизу в комментариях, как ощущения, какие результаты. Всегда рада читать ваши отзывы. Спасибо и до скорых встреч. Пока!